Привет, народ! В прошлой части я начал все сначала и оказался в деревне, в которой кто-то разжигает фаеры. Так, надо мной встал зомби, и он Лех, у меня кто-то разжигает сигнальные фаеры. Что это значит? Вот очень плохо. Дина, что делать-то? Че? Я буду ползти. Там зомба, там зомба, так. Там зомба. Я, короче, в электрозаводске, я вышел, потому что там что-то вообще... Правильно сделал, ты давно... Ситуация была слишком уж нагнетающая. В итоге я убил 4 человек, которые все сами на меня напали. Ну да, оправдывай так. Потому что все пидорасы. Да не все пидорасы, что? Боже мой, как у нас в стране-то все плохо. Что ты несешь? Ну потому что смотри, там в чате что пишут. Ага, так я вышел. Из игры? Да. Зачем? Я же тебе говорю, там ситуация была слишком опасна. И чё? А зачем ты назвал тогда, если сам вышел? Чтоб вы пришли к электрозаводку. А ты пока там не можешь где-то спрятаться в лесу? В том-то и дело то, что я пошел внутрь в лес, а там оказалось еще больше людей, чем в электро. Чё, серьезно? Я же тебе говорю, 4 человек убил. Ну ты должен был там где-нибудь заныкаться, а не выходить из игры как трус. Так, короче, в этом электрозаводске делать не... Ой, в этой каменке делать нечего. Понятно? И что нам делать? Нафиг ты там остался, если там куча народа? Электрозавод. Зачем? Чтобы нас убили вот эти куча народа? Вы не зайдете вовнутрь. А что мы сделаем? Обойдете его и пойдем вглубь. Давай, пошли. Так ты дойди сначала до электрозаводска. Ага. Нам встретиться надо. Правильно. Я не могу пройти каменку. Каменка близко. Я помню, за каменкой должен идти как раз электрозаводск. Да? Да, это камень. А, это Камышова? Или каменка? Блин, я не помню уже. Сука, запутаешься тут. Так, там на фаер. Кто кидал эти фаеры? Я не пойму никак. Так, ладно, пофиг, я пробегаю. Так, зомби меня не согрелись, все хорошо. Валян, ты где? Я не знаю. Вон, в чате идет срач про то, что русские везде, это плохо. Каким-нибудь ориентировались? Камышово там, электрозаводск, что-нибудь такое? Вообще ничего. Лес. Лес? Давай выйди, найди какой-нибудь указатель. Ой, я нашел патроны. Черт, лес вообще страшный. Револьверы, походу. Лес очень страшный, народ. Бля, что делать-то? Нафиг я лягу. Мне столько нужно пройти, но тут, если я не могу сделать даже пройти 100 метров, потому что зомби везде. Что делать? Дождь, что ли, начинается? Или что за звук? Ветер. Нафиг я в лес пойду. В лесу хоть и вообще страшно, из-за того, что деревья очень страшные. Но там хоть народу нету. Ой, то есть имеется в виду зомбаков нету. Ё-моё, ну в лесу вообще же ничего не видно, в глаз выколи. Хоть по небу ориентируйся. Да уж. Это хардкорно. Это вам не шуточки, ребята. Лёх, может ты сам до каменьки дойдёшь, а? Давайте уже встретимся и пойдем вглубь, а? Все будет хорошо у нас. Главное, подальше я от... Я уже в глуби где-то. Зачем ты, Вальнер, пошел вглубь-то? Без нас. Ну, я хотел добраться до электрозаводска. И пошел через середину. Через середину? А что ты взял, что это через середину надо? Вы же ты, Кирилл, в Каменке, да? Камышово. Ну, не по берегу вообще. А Камышово тебе, получается, если стоять спиной к... Зомби, тихо. О, так мы с тобой бы сейчас могли быстренько встретиться. Я тебе говорю! Я нашел указатель, сейчас прочитаю, что там. Давай. Зомби прямо рядом со мной оказывается. Долина! Долина? Просто долина, Валян? Да, просто долина. Жестко, ты где-то, Валян, гуляешь? Так, я вхожу в долину. Вхожу в долину! В долину какую-то... Что за свет там? Экскурсовый, я знаю, Валян, где это.
Это, короче, где солнечный. Ну, короче, мы можем... Машина! Машина! Рабочая! Рабочая! Я не знаю, тут еще машина. Рабочие? Без понятия, но они выглядят как рабочие. Давай, Валян, подходи к ним. Только осторожно, еще осторожно. Машина. Так, осторожно, Валян, ты привезешь нам три машины. Не очень выглядит рабочий. Ну, а первые две? У меня тут какие-то графические глюки или что-то. Ну что, Валян, сколько там машин? Так, в одну я что-то не смог зайти. А в эту? Ну, Валян! Мне кажется, не хватает. Чё не хватает? О, я сел в машину. Всё? Едет, Валян, машина? Едет. Почему? Почему? Там показатели бензина низкие, что ли? Валян, там так, слева показатели... колёс нету, как бы. Всё понятно, колёс нет на машине. Запаска в машине есть. Интересно, можно её поставить с ним? Так, Кирилл, тогда смотри. Я не могу пройти через камышо, очень страшно. И много зомби. Я не хочу бежать опять от них, это в темном лесу, это просто будет самоубийством. Я могу дальше вглубь пойти, как где и Валяна попытаться найти там. Я правильно пойду ведь, да? Так у тебя ты не хочешь зайти в карту и посмотреть. Чё? У меня нет карты. Идиот. Я не нашел карту, лол. Идиот. Все-таки было взять то колесо. Да, Валян, как-то ты не предусмотрел. Одного колеса бы хватило? Нет, нужно еще одно. Давай искать колеса. Так, я, короче, через лес прохожу. Я сейчас таким образом попытаюсь пройти вот эту, как его, Камышова. Че, Милёх, куда двигаться, в электрозаводск? Да, иди в электрозаводск, когда при подходе в электрозавод, когда зайдешь, я тебя встречу и пойдем вглубь. А Валян как найдем? Он где-то вообще в долине какой-то. Я буду ориентировать, наркоман. Ты же не хочешь зайти в интернет и посмотреть на карту. Откуда здесь интернет? Здесь зомби-апокалипсис наступил. Понимаешь, вообще нет места для карты. Вот был бы ты рядом, я бы тебя уже пинул. А я бы тебе палкой ударил, понял, да? У меня палка есть. Если бы ты ударил, понял? Ударил бы. Да, так что, да, конечно. Давай, заходи быстрее, я тебя ударю. Да. Так, я вижу деревеньку. Но не вижу зомби. Это хорошо, наверное. Я могу включить фары. Фары? Валя, ну что ты, машину, давай разбирайся там как-нибудь. Нам машина нужна, как... Если у нас будет машина, мы все, можем жить. Я тебе честно скажу, машина это шанс для выживания. Наконец-то мы не будем умирать, как слепые котята. Так. Я попробую проверить домик, мне нужно хоть что-нибудь найти. В этом домике что-нибудь должно находиться. Очень музыка тихая такая. Спокойно, сейчас спокойно. Все, я не издаю никаких звуков. Буду очень тихо передвигаться. Чтобы никого не... Ты задолбал, беги когда надо. Я не могу, Лех. Я хочу проверить этот дом. Мне нужна пища. Я, короче, бегу к тебе, да? Ты понял? Давай. Ты бежишь в электрозаводск. Если стоять спиной к морю, то тебе нужно бежать налево, понимаешь? Я понимаю, я помню это, Лех. Вот и беги давай. Ну ты помнишь дорогу в Камышово, где мы встретились? Там она дорога вглубь уходила. Между двумя холмами. Может по этой дороге как раз вглубь и уйдем? Нет? Так, сейчас, погоди-ка. Дай-ка я вспомню. Это было Камышово? Да, это было Камышово. Я сейчас смотрел там указатель, потому что... Это то самое место. Да, узнаю его. Так, тогда... Там дорога. Там... Я тогда сейчас сам приду. Давай, я тут это сижу. Конечно, и... долго будет смотреть. Почему? Я из... Ух ты, боже мой. Чё электро ты? Весь в красном. Бля, там вообще, конечно, потому что бойня идет. Черт, я ладно, я там буду сидеть, ждать, стараться не шуметь. Давай, будем ждать тебя. Сейчас сколько обратно возвращаться? Главное не вырубиться перед зомби. Вот это да, вот это будет неожиданный сюрприз. Тут я с Валентином... Я уже несколько раз вырубался перед зомби, и они не успевали ничего сделать. Они хотя бы агрились, когда ты вырубался? Ну да. Они надо мной стояли и как будто хотели меня скушать, но не успевали. Я убегал. Понимаю. Блин, музыка из Lost это страшно. Не из Lost, а вообще-то.
ящики из Икеи я опять точу. Зомби есть где-то, Лёх. Любитель точить карандаш. Сука, зомби прям передо мной появился. Где не острый вариант? Это прям... Оу, ребята! Чё? Чё? У меня содержимое выпало. О, ты главное беги, Лёх. Содержимое выпало, ребята. Слушай, ты может потом занялся бы той заточкой карандашей, сначала бы нашел меня? Слушай, да я куда-то уже добежал. Да? Вон указатель вижу. Давай, какой? Сейчас скажу. Подходи. Я бы хотел опять проверить здание, но... Нет. Там зомби. Где я? Я в Камышово. Шикарно. Я даже не знаю, куда бежать. Ну примерно вспомни, где колеса, Валентин, были. Так, колеса. Я иду, короче, к тебе туда, Кирилл, да? Прямо ну, на дорогу, знаешь. Выйди, да? Да, я прямо на дороге как раз и нахожусь. Ну, в кустах немножко, потому что там слишком было видно, но так. Я с леса подойду опять с той же горы, с которой в прошлый раз подшел. Ну да, 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 я понял. Я буду. О, здесь как раз тебя видно хорошо, свет ночной озаряет эту гору. Не гору, а холм, конечно. И мы пойдем вглубь, да? Да, я сейчас погоди, я сгоняю и выкину вот это все. Так, я пока не буду бежать, а то мало ли где там упаду куда. Попадешь. Литовец, тебе сколько лет? Спрашивает Аврскрин. А литовец ему в ответ. Литовец ничего в ответ. Литовец думает, сколько ему лет, а? Сколько же ответит? Да ладно. Опять упал. Небо, кстати, двигается, только сейчас понял. Я посмотрел на небо, и оно двигается, я врубился. Ай, вот теперь-то я умер. Валян! Ну ладно, может ты сейчас окажешься где-нибудь рядом. Подхожу, спрашиваю маман, что за хрень, она отвечает дом 2. Дом 2? Дом 2 закрыть же должны были, опять не закрылись? Опять печально. Ах, ты что ж такое-то, а? Ну никак что ли не закрыться? Когда, насколько должны упасть рейтинги дома 2, чтобы его наконец закрыть? Ну в общем, мне так-то пофиг уже давным-давно стало. Так, Кирилл, чё, где ты? Я здесь, на дороге. Или беленькие домишки? Нет, я прям уже все, тут больше нет домишек. Иди по этой дороге и найдешь меня. Ну и там колеса ищите. Да, Валян, ты же не знаешь, где эта машина теперь. Ну Леха вроде знает. Тут труп какой-то на дороге лежит. Так, обследуй его. Я сейчас попробую всмотреться, может это ты? Нет, я вижу зомбаков только пока. Тут очень много зомби, Лех. Как бы ты их сейчас не активировал. Все, я на дороге, Лех. Где ты? Завод. Завод у тебя? Да. Шикарно. Завод. О, я знаю это место. О, нет, не знаю. Знаешь или нет? Давай, определись. Не, не знаю. Блин, я, Лёх, пытаюсь каким-то движением твоим ловить, но нигде тебя нету. Нигде тебя нету. Я неспокойно. Ох, ты там кто-то неспокойный. Надеюсь, мы с ним не встретимся, с этим неспокойным. Буйный. Чё поделать? А потому что я только что прикончил двух бандитов. Один диванул. У меня нет ни хрена крови. Я жду, когда ко мне прибежит друг. И мне вообще пиздец. Ну, такая вот драма. У всех в этом мире драма. У каждого своя история. Ничего простого нету в этой игре. Всем кого-то жаль. И все друг друга убивают иногда. Так что вот такая вот она. Двойная мораль. Серая мораль, как говорится. В этот раз мы снова намерены встретиться и все-таки продвинуться вглубь острова. Получится ли у нас продолжение в следующей части?